11 января в северной столице состоится благотворительный фестиваль «День милосердия» в поддержку маленьких подопечных детского хосписа Санкт-Петербурга. Участвуют Михаил Башаков, Павел Колесник, Сергей Порощук, Алексей Смирнов, Михаил Новицкий, Антон Слон и группа «Лунный пес». Специальный гость – Андрей Ургант. На фестивале будет показан фильм о Санкт-Петербургском детском хосписе. Ведущая – актриса театра и кино Анна Загребнева. Вход за пожертвование в 18:30.